Кормушки с яркими рисунками принесли с собой почти все участники акции. Они станут не только основным источником прикорма для пернатых, но и украшением дворов города. Проявить заботу о птицах волонтеры планировали давно. Мы планируем ходить по микрорайонам и развешивать кормушки. Также призывать туда птиц и кормить их. Цель этой акции – помочь птицам, чтобы они зимой не голодали. Делать добрые дела нужно уметь, и фразу «не навреди» волонтеры тоже учли. Всем ребятам раздали памятки. В них изложена подробная инструкция по привлечению птиц. Если птицы не будут есть из кормушек, получается, они будут погибать. А каждая птица спасает как минимум 3 дерева. А одно дерево как минимум дает кислород 3 людям. Пройдя инструктаж, ребята распределились по группам. Каждая из них направилась в свой микрорайон. Найдя оптимальное место, волонтеры повесили кормушки и щедро насыпали пшено на дно. А после установили памятку для всех, кто хочет присоединиться к акции добрых дел. Корм в каждый клюв. Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна ТВ.